С учетом резкого ухудшения погодных условий уже со следующей недели глава города Вадим Кстенин дал распоряжение соответствующим службам приступить к отопительному сезону. Уже в понедельник во многих домах воронежцев должно появиться тепло наряду с объектами социальной инфраструктуры. В настоящее время уже обогреваются 102 детских сада и 29 школ, что составляет лишь треть от общего числа. Между тем, пуск тепла с учетом проведения всех необходимых работ на внутренних сетях многоквартирных домов и социальной сферы может занять 2 недели. Темпы включения отопления во многом зависят от обслуживающих организаций, которые должны своевременно открывать задвижки на домах и обеспечить регулировку инженерных систем. Также возможны и нештатные ситуации. Уже в сентябре воронежцы начали массово скупать отопительное оборудование, в особенности тепловые пушки. А вот сам отопительный сезон в городе начинается, когда среднесуточная температура воздуха опустится ниже 8 градусов. Галина Жукова, 41 канал.